Всем привет! Ну, активность не могу сказать, что была так прям уж очень, но кто-то залайкал, кто-то даже написал спасибо Купефану. Ну, короче, я решил так, что монтировать практически ничего не буду. Вот как все происходит, так и буду показывать. То есть ролики будут там короткие, но не знаю, может кому-то понравится. Если там дальше что-то пойдет, тогда уже пойдет. Ну ладно, суть в другом. Сейчас, короче, я обтягиваю потолок. Пленкой под названием Nova 3000. Знаю, очень многие будут говорить, что эта пленка вообще не предназначена для этого, что это типа антиветренная пленка и так далее, но во-первых, она у меня есть, а во-вторых, я посоветовался с ребятами, которые строят каркасные дома уже не первый год, в наших климатических условиях и, ну, живут в реалике, да. И они сказали, что эта пленка очень хорошая, поскольку у меня тут не будет каких-то супер вентиляционных установок, и чтобы не скапливалась влага, и чтобы не образовалось там какие-то грибки и все остальное, лучше, чтобы это все дышало. И проветривалось. Поэтому мне посоветовали, что лучше вот такой вот пленкой все это делать. И я послушал, так и делаю. А вот, короче, беру эту пленку, напрямую скобами ее прифигачиваю к балкам, а сверху потом буду задувать каменную вату. А вот, есть у меня один человечек, который это делает. На, грубо говоря, 36 квадратных метров вместе с ватой будет стоить где-то 200-250 евро. А вот, потом поверх, я вот вчера уже тут начал, да, ставлю профиля. Тут я тоже еще чуть-чуть сэкономить. Тут у меня стоит кнауф, и тут у меня стоит кнауф. А тут посередине два норгипса. Ну, типа так, потому что кнауф дороже там чуть ли не в два раза. А вот, но по бокам, особенно здесь, где будет крепиться как бы там две части регипса, там я решил усилить скелет именно кнауфовскими, потому что они жестче, они лучше. Ну, как-то так. Будут вопросы, не знаю, замечания или что, пишите, постараюсь ответить. Давай.